Неизвестно, на что решился Филипп Филиппович. Ничего особенного в течение следующей недели он не предпринимал. И, может быть, вследствие его бездействия квартирная жизнь переполнилась событиями. Дней через шесть, после истории с водой и котом, из домкома к Шарикову явился молодой человек, оказавшийся женщиной, и вручил ему документы, которые Шариков немедленно заложил в карман пиджака и немедленно же после этого позвал доктора Барменталя. «Барменталь! Нет уж! Вы меня по имени-отчеству, пожалуйста, называйте!» – ответил Барменталь, меняясь в лице. Нужно заметить, что в эти шесть дней хирург ухитрился раз восемь поссориться со своим воспитанником. И атмосфера в обуховских комнатах была душная. «Ну и меня называйте по имени-отчеству», – совершенно основательно ответил Шариков. «Нет», – загремел в дверях Филипп Филиппович, – «по такому имени и отчеству в моей квартире я вас не разрешу называть. Если вам угодно, чтобы вас перестали именовать фамильярно Шариков, и я, и доктор Барменталь будем называть вас господин Шариков». «Я не господин. Господа все в Париже», – отлаял Шариков. «Швондерова работа!» – кричал Филипп Филиппович. «Ну ладно, посчитаюсь я с этим негодяем. Не будет никого, кроме господ, в моей квартире, пока я в ней нахожусь. В противном случае или я, или вы уйдете отсюда, и вернее всего вы. Сегодня я помещу в газетах объявление, и поверьте, я вам найду комнату». «Ну да». «Такой я дурак, чтобы я съехал отсюда», – очень четко ответил Шариков. «Как?» – спросил Филипп Филиппович, и до того изменился в лице, что Барменталь подлетел к нему и нежно и тревожно взял его за рукав. «Вы знаете, не нахальничайте, месье Шариков!» Барменталь очень повысил голос. Шариков отступил, вытащил из кармана три бумаги – зеленую, желтую и белую – и, тыча в них пальцами, заговорил. «Вот!» «Член жилищного товарищества. И жилплощадь мне полагается определенно в квартире номер 5. Ответственного съемщика Преображенского в 16 квадратных аршин». Шариков подумал и добавил слово, которое Барменталь машинально отметил в мозгу как новое. «Благоволите».